Потихоньку продвигаемся. Конечно, как говорится, не без греха кое-где, но уже все мелочевка, которая нуждается в чистке. Ну тут скраб непонятно, вот и сколы, и тут камней, и не от камней, и от града, и в общем чего только нету. Ну приходится делать все подряд. Вот. И в данном случае я решил немножко клеем поиграться. Посмотрим, что из этого будет. Капотик, кстати, очень веселый. У меня тут мужичок пришел. Ну, я говорю, хочет, а он говорит, около 500. Вмятин была на капоте. Ну, это ему верить. Вот. А в принципе, какая разница, все равно делать. Все равно делать. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Занимаемся. Вот уже перешел на среднюю часть сюда. Здесь как бы еще тоже скучновато. Что-то начинает проглядывать потихоньку. Ну, еще повторюсь, металл очень такой нежный. Очень нежный. Если работать острым крючочком, очень легко сделать накол. Вот я тут инструмента чуть-чуть есть. Потихоньку пытаюсь. И клеем, и не клеем. И кисятами работать. Вот. И потихоньку, потихоньку вот делать. Потихоньку, потихоньку что-то получается. Вот. Ну это как бы нагрузило. Такие вещи еще остаются, которые надо будет подвыпрямлять. Почему-то вот так повезло, что вмятины какой-то непонятной формы с острым дном, и у них много. Вот здесь я еще не делал. Как будто специально. Так, такой град летел. Ну что делать? Будем делать и такое. Пока что вот с капота, как говорится, сейчас покажу, помарок еще много. Вот, так-то он преобразился в лучшую сторону, но помарок на нем, мама дорогая. Вот еще вообще не доходил, вот, так-то чистил, но такая работа грязная, пока что можно сказать. Капот сделан ученическим языком на 3 с большим минусом. Но это пока. Потом посмотрим. Терпения-то у меня, конечно, хватит. Вот, ну, как бы сложновато делается. Вот. И хочется где-то найти какую-нибудь волшебную палочку или волшебный крючок. Потому что, вот как мы видим, вон там просто кучами, гроздями эти вмятины, и все потянутые, все с острыми днами, и как бы, или очень крупные. Ну, так, конечно, с 30 шагов ничего, не себе и так пойдет. Ну вот, в линиях видно, что все пляшет. Вот, а дело надо, просто есть смысл задуматься. Стоит ли себя так мучить? Вот. Ладно. Сначала надо доделать, а потом обсуждать эти вопросы. И делать выводы. Пока что надо делать. Ну, на сегодня хорош, я подустал, уже вечер. Поздно, уже он там смеркалось на улице. Вот. Всем пока-пока.
Вот потихоньку, помаленьку приходится работать клеем, потому что здесь вот такая ситуация, ничего дернешь. И, к сожалению, уже второй раз я выдернул вот такой клок, но это не по вине. Тут он сколов на машине хватает, и своих, там была треснутая краска, скорее всего, я это не заметил, ну, как бы, я это объясняю людям, просто так краска не отскакивает. Ну, вот, тем не менее, появился еще один вот такой вот на карте с моим участием кусочек без красочки делать. Дорабатываю потихоньку, так что вот. Вот так вот, пока. Ну вот уже как бы ближе к финишу, по марке кое-где есть, но я как бы и не волшебник. И не говорил, что будет идеально. Где-то что-то, может, недочеты есть, конечно. На машине посмотрим, где-то подстучу. Вот, ну по большому счету, что мог то. О, мух лазит. Ну вот, смотрим еще раз. О, ура. Ну як, ну не так. Ну протереть надо что-то. Тряпкой. Да и все нормально, видно, что. Что протирать все видно было. Конечно, ты их полирнуть немножко, да? Да, тряпкой, да. Да, полирнуть. Весь в сколах, и ему это... Ну не весь. Ну, вот она, наша красота. Неописанная. Уже крышу сколько раз снимали. Ну, мне интересно. Народ тут аж балдеет, когда смотрит на эту крышу. Аж кайфуют все. Даже здесь. Вот. Тоже, наверное, от ремонта, да? Там ничего нету. Еще никто никаких ремонтов не делал. Более, вот так вот, вот он компот наш. Грибами здесь не дергали, чтобы краску сорвать. Тут вот видно, вот они вмятины даже. Ну, так что, вот, вот так. То, что на ребрах, на боках, вот здесь вот я балдею, вот. На таких ну, вот. На крюках там тоже ж на боках были. Так посмотри, вот на боках, вот, вот здесь. Уже практически, ну... Ну да. На вертикальных поверхностях. Ну, а что такие... Часовые граты и все. Ну, наверное, так. Ладно, хорошо.